куда присядешь? Давай лучше не здесь, где-нибудь где. В глубинку, может быть. Владимир Иванович, где можно присаживаться? Ты куда? Подожди. Я прошу. Здесь очередь. Девушка, перемене есть? Перемене нету? Да мы сейчас найдем ну, что-нибудь сейчас другого. Что-нибудь другое найдем, да. Тут смотри. Тут и без пельмени нормально сейчас покормят. Сань, Иван. Пойдем посмотрим, куда посадить его. Ну, вон туда Владимир пойдем. Пойдем на крайний столик, вон туда. К народу сюда, что давай туда поглубже. Давай подальше отсядем. Му-му. Вон туда пойдем, Баваланч. Виталек, он знает, куда идти. Давай здесь, вот. Вот, сюда, посередине, да. Садись, дядь Володь. Сейчас будем думать, что будем хавать. Давайте подвинем. Во. Приземлились. Что, пойдем туда посмотрим, что или они подойдут? Он не бежит. Нет, ты сам берешь поднос и пошел все походу. А. Ну тут такая, Сань, возьми домашняя кухня, нормально. Ну тогда пойдем. Пошли, Иван. Пойдем. Он поднос сам донесет или давай я помогу? Да сейчас, сейчас поможем. Шляпы тут оставим, да? Не? Ну да, а то кто-нибудь утянет еще. Папаху легендарную. И поднос возьмем. На, папаху одевай ее на себя. А ты вон... А я в карман. Вот так вот за девушкой. За девушкой, да. Это нож. Бери вилку. Ложку. Ставь бери. Поднос, Владимир Иванович. Поднос ставь. Ставь поднос и как девушка вперед. Давай. Он, может мне за него взять? Он не опрокинет, нет ничего? Донести донесем сами. Вот, да. Ну да. Пусть заказывает, что там он захотел. Пусть берет. Все берем. Тебе хлеб нужен, Владимир Иванович? Да? Какой? Черный, белый? Черный. Сколько? Три куска. Три. Вот, три куска. Сань, тебе что? Какого? Да я темненький, Виталек, тоже. Сколько? Три, два? Три пусть будет. Четыре. Давай. Четыре. Булочку тоже. Пусть будет. Во. Что будешь брать? Смотри, еще есть холодец. Холодец, салат. Холодец, взять. То есть, а. Ты будешь? Бери, бери. Бери. А что же не взять? Холодец я, пожалуй, тоже рубану. А почему бы нет? Винегреты вон, смотри, Иван. Смотри только. Он съест все? Что съешь, да. Бери, бери. Попробуй того и другого. Здесь текучка у нас быстренько сейчас все. Джик-джик. Тут и роллы есть. Вот сель под шубу я сейчас буду. Селёдочка. Сейчас мы все возьмем. Заплатишь? Да. Я сейчас все заплачу, Владимир Иванович. Все есть. Ну что, приехали тут? В гостей, что ли, объедать? Да ладно, хорош, ну что. Вернее. Сейчас все сделаем, как положено. Смотри, есть борщ, лапша куриная, суп-пюре с грибами. Нет. Не будешь первое?
Я, как всегда, борщичка рубанул. Грязь взял. Жидкой возьми первое что-нибудь, возьми Иван. Возьми первое. Тут уже заряжено уже, да, Виталь? Заряжено уже? Опа. Борща. Борщи мы любим. Иван, все смотрят эти продавцы, да? Во, о, правильно. Борщичка надо, я же говорил. Это куриного сейчас. Нам бы вместе что-то. Смотри, Иваныч. Не кричи. Что понравится, то и бери. Что из старых блюд, что будешь брать? Пюрешку будешь пюре? Картошку и котлеты. Котлеты, да? Рыбная. Давай. И картошки. Пюре, да, Иван? Пюре? Пюре? А? Да, да. Да, да, пюре. Ты что будешь есть? Я вот это вот сейчас рубану. Да? Все. Девушка, вот это вот. Это что? Индейка. А... говядина по-рождественски есть. Говядину давайте мне. Все будет говядина. А тоже с картошкой буду. Тоже пюре? Да. Да. И еще так же сделайте потом. Иваныч, не торопись сейчас. Сок томатный вон бери, Иваныч. Садик, а что у тебя? Еще можно? Еще два куска? Да, да, да. Да, да. Как помог, тут поедет, да? Вот так. 100 рублей, дашь еще? Да, сейчас, потом поешь. И мне тоже сделать порцию, только мясо поменьше можно. Ну, вам одну порцию говядины, да? Да. Ай, красота какая. Ну, нормально, Серёга, мы... Да, отлично. Меня дети сюда, жены привозили. Отлично, Виталёк. Сейчас ну, спорим, такая, как надо. Более домашняя, домашняя. Ну, здесь народ постоянно кучуется. Томатный кетчуп. Возьмем тоже. Так, Владимир Иванович, не убегай. Сейчас, чтобы... Спасибо. Подожди, Иваныч. Не спеши. Сок томатный я тоже возьму. Сок томатный я пока... Иваныч, сок, да, томатный? Взял. Ну ты взял себе? Я пока не буду. Это кафе, да, называется? Да, Муму. Муму, да. Кафе Муму. Ничего я не пойму. Кто успеет, тот застанет, да, Бас? Вот такие у нас. Ужины сегодня. Иваныч, какую? Озерскую берет всегда, да? Колбасу? Да. Озерскую. Озерскую, да? Здесь такой нет. Нету. Здесь московские. По Красной площади мы быстро так прошли. Дед замерз. Мы думали, жарко будет. А тут у нас минус, да, немного температура, по-моему? Ну, наверное, минус 2 где-то. Минус 2. Согреться в кафе сразу прибежали. Ничего не забыл, дядь Володь. Все взял, Иваныч. А. Все взял. 94. Все, порубай, дай, да? Сейчас возьмем. Сейчас возьмем и пойдем. Не совсем удобно, надо будет карту доставать. Считайте вот это все, считайте.
Я по карте пробью сейчас. Да ладно, хорош. Я пробью, Виталий. Сань, ну хватит. Ну ты перестань. Добрый. Ну, что ты? Добрый. Добрый, добрый. Я пробью, Виталий. Какой? Борщ. Борщ. Здесь борщ, здесь куриный. И здесь борщ, да, у тебя? Так, мы потом дойдем, сейчас первый поиспытаем. Давай только сам донесу, Саня. Да, да. Да, я сам возьму, понимаешь. Пойдем за стол. Пусть он донесет, дядь Володь. Сейчас, да, сейчас. Я сам донесу, понимаешь. Донесу. Сейчас упадет все. Нет. Саня, смотри аккуратно. Владимир Иванович. Да, я возьму. Пусть да, он донесет, да, а то сейчас правда ты уронишь еще, пойдем, не дай бог. Пойдем со мной, пошли. Всем приятного аппетита, друзья мои. Едем дальше. Так,